Например, обсудить это позже, не в этот момент. Вот. Или сказать свое мнение не вот именно тогда, когда вот прям вот все это обсуждают, а просто потом подойти отдельно сказать свое мнение. Но свое мнение я высказываю всегда. Vielleicht hier schon mal Platz nehmen? Ja. Und da schon mal Platz nehmen? Okay. Ich komme gleich. 2 Minutes. Что-то такое, они восприняли это абсолютно позитивно. Это просто было очень хорошо сделано. Очень хорошо сделано. И как продукт, я почему-то вот на экране не смотрю на него, как я смотрю, как вот как произведение какое-то, да, вот совокупность там работы разных людей. И я смотрю и стараюсь оценивать так. Вернее, не стараюсь, у меня почему-то само собой так получается. Вот. А люди, которые постарше, они выжидали, чего скажут критики. Да, потому что там молчание такое какое-то, немножко какие-то улыбки такие непонятные, двусмысленные, а потом, значит, когда там то ли Троицкий, то ли кто-то сказал, что да, это событие. Вот тогда они расслабились, сказали, да, да, мы согласны, это действительно событие. Мы в самолете летим в Милан. Ужасно просто, хочется в Москву уже влететь, невозможно. Вот у нас такая жизнь. Самолеты, сцены. Сцена, самолет. Слышал Юлию Лену в Берлине в прошлом году. Это было потрясающе. Сейчас я с удовольствием путешествую вместе с группой Тату. Я привез с собой фотографии Юлии и Лены, чтобы они на них поставили свои автографы. Мне будет очень приятно, когда на моем столе дома будет стоять такая фотография. И, конечно же, подарки для девочек. Fine,
жива, пока вы понимаете, все это происходит специально для Муз-ТВ. Все специально для вас. К ним относятся их фанаты, их благотворят вообще. На улице встречают и плачут, и бегут в Италии, в Германии, в Мексике, в Бразилии. Весь мир слушает их. Репетировать не будем, See, and just make sure the podium, one last thing. The podium has two tiny microphones. Talk into the microphones, but don't touch them too much, because the audience is packed. So it's already gonna be just talking to the microphone. Okay, yeah, thank you very much. It's a pleasure. Мы выиграли какой-то, в общем, нас наградят. Но он не сказал, какой. Потому что это награждение, говорит, вы выиграли. За вами придут, вас заберут. Там, сейчас здесь такой, на этом моменте мы поем только две песни. А потом у нас будет перерыв, и мы на этой же сцене поем еще три. Для другого, на радио. All About Us, All The Things She Said, All The Things She Said, Friend Of All, In Friend Of All. Вот. Я люблю вот так вот на диване прыгаю, там встаю.